космос такое. Что есть? А ну! Кыш! Почему мне никто не сказал, что здесь грабанный медведь живет? И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, но это Rise of the Tomb Raider, она же Восстание, Восхождение, Расхитительница Гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы применяете слово Rise. У вас 2 января, у меня 1 января, так что всех с наступающим 2023 годом, пусть все ваши счастья и мечты сбудутся в этом году, и пусть все горести останутся в проклятом 22 году. Ну а мы с вами продолжаем изучать геотермальную долину, у нас 42% пройдено. Иронично, кстати, вот, прежде чем отправиться, такой небольшой факт хочу заметить. Все, кто помнит, когда мы проходили Tomb Raider 13 года, в августе 22-го, то вы заметили, что у нас на все ушел ровно месяц. Ну, месяц только будних дней. Здесь мы за декабрь прошли только меньше половины. То есть здесь контента очень много. Это, скорее всего, баба-яга все сожрала. Вот говорю, это баба-яга все сожрала. Ну ладно. Зато у нас больше материала будет. Так что, чем больше материал, тем больше веселья. А чем больше веселья, тем больше счастья мы распространяем на Ютубе. И это самое главное. Что ж, ребят, вебку по традиции выключаю. С вами не прощаюсь. Паган. Но, мисс Крофт, не соизволите ли мне вы объяснить? Какого черта вы здесь внизу сидите? Вы должны быть совершенно не здесь. Она должна быть вот здесь, вот в этой секции у гробницы испытаний. Мы сюда проходили, мы с волками здесь сражались. Там целая гробница нас ждет, а она не заволила зайти? Так, меня это не устраивает. Идем туда. Так, кстати, если помните, вот... Здесь у нас пока завалено, там не пройдешь, там вода. Здесь тоже не пройдешь. Здесь пещерка, она подводная, без водолаза не пройти. Испытание в яблочко, 8 мишеней, да-да-да. Кстати, может мишени сейчас заодно поискать, потому что мы тут внизу, конечно. Так, испытание. А у нас еще есть, кстати, задание дополнительное, вот, по-моему, да? Так, выдающиеся задания. Оборонительные стратегии. Соберите припасы для усиления. А, у меня же припасов-то полно и так. У меня же припасов и так полно. Ладно. Вебочку выключаем. Но все равно, почему ты здесь, Лара? Почему ты внизу, а не наверху? Я тебя сохранял же вверху. Ну ладно. Разобьем ножки. Пробежимся. А может быть, она путешествовала тоже под... Ну, типа, загуляла с местными в Новый год, проснулась где-то там в подворотне. А чё нет? Всё может быть. Материалы. Этого хватит? Держи. Отлично, отлично. Часть положи вон в ту корзинку. Мы как раз сможем закончить ремонт. Но остальное нужно отнести в башню на берегу озера. Как закончишь, возвращайся сюда. Ну, давай, корзина. Так. А вторая половина? На каком берегу озера? А, нам туда. Ну, туда еще пока путешествовать надо. Доберемся. Доберемся постепенно. А пока что нам нужно с вами в другую гробницу. Тут, конечно, у них мосточки сделаны, и ничего не скажешь. Все для детей, все для безопасности. Давайте так вот осмотримся быстренько. Я уверен, что здесь тоже где-то мишень висит, которую можно сбить. Но слишком много красивых мест для этого. А может быть, она еще не прорисовывается?
кстати, такой риск вполне может быть. Нельзя его отрицать. Но обычно эти мишени должны быть вот видны невооруженным глазом. Вот где бы мы сами ни были, мы эти мишени видели. Так, давай, Ларыч. На другую сторону мне. Молодец. Так, здесь есть мишенька? Вроде мишень... О! О! Вижу зайца. Но его надо резать. Запомним. Так, вижу канатку. Сюда может быть прицеливаться. Сюда тоже может быть прицеливаться. Здесь тоже может быть прицеливаться. Так, а мишеньки что-то я пока не наблюдаю. Ну и ладно. Мишеньки нету, не страшно. А, во. Так, то есть здесь я могу сделать спуск. А, здесь подъем, да? Ну, интересно, канатная система здесь выходит, конечно. Если так посмотреть. Давайте пока вот сюда сделаем, чтобы у нас сразу была дорога, если что. А там разберемся. Давай, Лара. Лара, ползи, куда тебе сказал. То есть... Ах вы, зараза! Нового года не хватило! Пожрать решили, а и в лешечку! А ну идите сюда! Мне на всех хватит! О! Давай, Ларыч! Так, ой, зараза какая! Да, как вас... Навык, работай! А, чёрт. В прошлый раз навык работал лучше, ну ладно. А то шкурку получили. И в прошлый раз, по-моему, мы больше всех прибили. Ну ладно. Бывает и бывает, тут случай. О, что? О, тебе надо. Здрасте. Говорил же, что она где-то здесь. Я не думал, что она столько полёбу повесит. А, там? Стоп. Нет, нету. Показалось. Чего? Я только что ее открывал. Вот она открыто стоит. Кто помнит последний эпизод 22-го года? Вы помните, что мы здесь все открывали? Тут все открыто, все сохранено. Но, пожалуйста, прибейте еще раз этих волков. Вот те надо. Вот те надо. А вот здесь мы с вами чокались с мисс Крофт. Ну, а что нет-то, почокаются и готово. Ой, вот я удивляюсь. Ладно. Ну, мало ли, какая-нибудь катсценка выйдет. Я не хочу ее запортить. Потом можно из нее снова шорт сделать какой-нибудь хороший. Так, это гробница у нас. Что здесь у нас с вами? Неизвестное место. Дополнительное испытание. Добро пожаловать в преисподнюю. Должен признать, здесь очень красиво. Если вот взять под правильным ракурсом... Восьмая минута. Надо будет запомнить. У Лары еще интуиция прокачана на всякую мелочь древнюю. Если так вот посматривать, то глядишь. А там, скорее всего, гробница будет, да?
Ну или вот здесь. О, золото. И всего 5 штук. 5 штук из 70 она взерет. Куда она стали девает? Музей, что ли, отдает? Индиана Джонсом заделаться решила. На нее это не похоже. Так, о, нам сюда. Там внизу, наверное, что-то есть. Думаешь? Ну, все может быть, почему бы и нет. Все может быть, почему бы и нет. Мне кажется, что здесь логово медведя. Поразительно. Это архитектура до православной эпохи. Ну, хорошо, наверное. Что же они здесь делали? Не знаю. Сейчас узнаем. Золотая ременная пряжка. Декоративная, но крепкая и практичная. Хм. Похоже, часть военной формы. Слушай, мне кажется, это была не просто пряжка, а что-то вроде дополнительного ножика или что-то вроде. Но мне же очень похоже на это. Больше ничего нигде не валяется. Не хочу просто упустить. Перья я вижу. Перья я вижу, колодец. Какой черт вам колодец? У вас здесь целое озеро. Причем чистое родниковое. Хотя они сквозь него ходили, возможно, там что-то было. О, базовый лагерь. Неплохо. О. А вы что нам расскажете, сэр? Я верил свою жену заботам этих врачей. Болезнь развивается именно так, как мы боялись. Ее кожа окаменела, и она больше не чувствует конечностей. Врачи говорят, что ей уже не помочь. Можно только избавить ее от боли и облегчить смерть. Но ее нужно держать подальше от города. От меня. Моя жена умрет. И в этом мире я ее больше не увижу. Скорее бы оказаться в следующем мире и снова встретиться с ней. Вот до чего доводит религиозная шизофрения. Уже хотят все помирать. Стоп, подождите. Болезни, окаменение кожи. Только не говорите мне, что это лазарет. Это местный лазарет, что ли? Кошмар. Итак. Давайте с вами смотреть, что у нас здесь с вами есть. Рюкзачок. Можно, пожалуйста? Что можем с вами сделать? Походный колчан. У нас, кстати, как раз-таки шкура медведя есть. Можно будет сделать ее. Большая сумка для винтовочных патронов. Вот это уже получше будет. Но колчан тоже нужен. На колчан тоже нужен. Так. Прежде чем займемся колчаном, посмотрим, что у нас по оружию. Мне интересно, что там. Потому что мы же купили с вами, помните? Купили с вами дополнительный набор. Нет, ты мне давай-ка дыхание смерти. Оставь, пожалуйста, это раз. И давай туда зайди. Стабилизатор. Стабилизирует, уравновешивает стрелу, снижая отдачу, что ускоряет заряжание и повышение скорострельности лука. Снижает отдачу, ускоряет заряжение. Перо! Пусть будет. Пусть будет. Так, по патронтажу здесь. А здесь у нас что? Перчатка лучника. Из мягкой шкуры снижает заряжание пальцев при удержании полностью натянутой тетивы, позволяя удержать ее дольше. Но это для обычного лука. Усиленная древка снижает стороны лука, позволяя
дальше натянуть, чтобы повысить урон. Применяется ко всем рекурсивным лукам. Но дело в том, что дыхание смерти — это блочный лук, он не рекурсивный. То есть вот белая вдова — это обычный лук, дыхание смерти — это блочный лук. То есть ему не нужно усиливать древко. В общем, сэкономим дополнительно, это меня радует. Хотя, может, конечно, попрокачивать, но я не вижу в этом смысла. И шкурка кончилась, да? Ладно, на обратном пути, когда пойдем, добудем себе еще пару шкурок и в следующем лагере прибьем себе. Ну реально, надо увеличивать себе запасы всего. Так, тут что у нас? Палатка страждущих. Да ладно. Ой, головоломки, загадки, как я вас обожаю. Пока вы выключим. А хотя, раз здесь только головоломки, давайте оставим бабочку. Если там не будет какое-то место, я просто запринскриню. Я, знаете, сегодня изначально хотел записывать веб-камеру вообще отдельно, но обнаружил, что в результате у нас идет торможение игры. Поэтому записывать вебку уже отдельно как не вариант. Это надо спускать вниз, только вот зачем? Пока смысла не наблюдаю. Так, тут у нас что? Грибы. Ящики. Золотое ожерелье с множеством деталей. Кто бы ни был автор, эта вещь не уступает находкам из Империи. Слушайте, хорошая вещь. Рубины. У них были хорошие ювелирные мастера, ничего не скажешь здесь. Так, грибов полно. Вообще, кстати, грибов очень много. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну, давайте соединим. Вот это я заберу. О! Новые технологии! Так. Новые технологии. Здесь очень много, кстати. Видите, там географ. Там рюкзак географа. То есть, если я только его добуду, мы сможем с вами быть в других частях. А может, здесь есть какой-то вход? Лара, давай-ка окунемся. Да, вот. Давай. Вот. Хе-хе. Я гений. Мелочь, а приятно, ведь согласитесь, а? Ну. Заметьте, сколько всего нашли. И вот здесь еще даже документ. В общем. Я сейчас вышел по сути. Подождите-ка. Так. Да, я по сути вот сюда вышел каким-то образом. А тут есть обходной путь? Ну, я мне скажу, наверх пойдем. Так. Ну-ка, Лара, давай-ка, опустись. Так. Ну-ка. Вот, плывем. Вот, молодец. Давай, выбираемся на сушу.
Только не говорите, что он там. Надо было... Ладно, сам виноват. Сам виноват. Сам виноват, знаю. Знаю. Ну, зато поплаваем. Водные процедуры. Так, где? Вот. Надо сейчас сюда встанем, не нужно будет потом рыться. Так, неплохо. Другой находится рядом с тайником. А этот находится уже по эту секцию. Так что давайте. Так. Мне очень нравится, как сделаны местные локации. Очень красиво продумано все. Так, а это находится далеко пока что. Ладно. Что с тобой делать, бочка? Скажи мне, пожалуйста. Так. Мне кажется, ее надо прикреплять к чему-то. Но к чему я пока не знаю. Так, это вороньи гнезда. Здесь очень много гнезд. Это свиток. Точнее, книга. Нет, никуда не тянется. Есть идейка, не знаю, сработает она или нет. Надо как-то вот опустить ведро, выстрелить и зафиксировать его на этой тележке. Тогда и только тогда это все сработает. Вопрос, каким образом? Если только вот здесь не полазать, что вполне-то технически может. Нет. Технически да, по факту нет. Ларыч, давай-ка тут. Ага. Изумительно. Все прекрасно сохранилось. Вот и разгадка нашлась. Лара, ты давай-ка... Давай! Давай-давай-давай-давай. Есть. Е-то! Ладно, ладно. Загадку мы, главное, с вами сделали, это хорошо. Сразу вспоминай бабьёшку. Нет, нет! Она должна была зафиксировать ее. Она должна была зафиксировать. Надо лишь найти путь наверх. Вот. Так. Давай, залезай. А вот и путь наверх. Так, а там у нас ничего нет, да? Отлично, ладно. Теперь сюда. Так. Больше ничего? Ну, птицы летают.
Давайте попробуем. Попасть какой-нибудь. Интересно, на них это работает? Нет, на них прицел не работает. Ну-ка, давай, птичка. Да! Ой. Ну просто реально хочешь попробовать попасть. Ладно. Так, давай, Ларис, залезай. Потратил столько стрел. Ну и ладно. Ну и не страшно. Там древко саду восстанавливается у нас. Так, давай. О. Давай. Что ты такая вот разжрела? Здесь в изоляции мы бессильны. Мы обладаем медицинскими знаниями Империи. С нами тысячелетия опыта, мы можем вылечить любой недуг. Но здесь, на краю земли, мы беспомощны. Просто потому, что не хватает какой-то травки. Я мало чем могу помочь больным. Я знаю, как это сделать, но не могу. Потому что мы скрываемся от всех. Эти люди, равно как и многие другие, умрут зря, только чтобы не раскрыть нашего секрета. Я молюсь о том, чтобы пророк был прав. И что все это не напрасно. Не напрасно. Ну да. Сам сделал себя бессмертным, а все, извините, будьте пофиг бессмертными, пожалуйста, помирайте. Я буду бессмертным. Ставьте мне памятники, ставьте мне гробницы целые, где потом Лара Крофт будет ходить и смотреть мою историю. Но не вашу. Лицемер этот пророк, и все. Лицемерище полнейшее. О! Что у нас еще новенькое появилось, да? Да вроде ничего нового. Хотя вот здесь где-то что-то новенькое появилось. Такие вот монеты, воры, не больше. Ну, не больше, не меньше. Вот там, заметьте, тоже проход. Но это, я так полагаю, они, скорее всего, вот здесь взаимосвязаны. Вот этот зона и это. Так, ладно, открывай, Лара. Что у нас? Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Быстрое лечение. Освоен новый навык. Быстрое лечение. Перевязка ран занимает меньше времени. Удерживайте ЛБ, чтобы вылечить ран. Гробница пройдена палата страждущих. И палата грибников я бы еще назвал бы дополнительно, если никто не возражает. Просто реально грибная палата. Ну реально, настоящая грибная палата, ничего тут не скажешь. Так, вот это тоже пометим. Сейчас зайдем и с помощью телепортации, а хотя в принципе зачем там телепортация, возьмем да пройдем спокойно. Че он без руки и без ноги, что ли? Я тут вроде был и копал, а ничего нет. Да, я знаю, я тут закрываю количество стрел вебкой. Ну, пока что нам-то и тратить особо не на что, если уж на то пошло. Так что идемте пока дальше. Здесь реально у Крофт очень красивые виды. Мне очень нравится. Сейчас выйдем на улицу, там я уж выключу вебку. Ладно, что-то без света, я не могу понять. На ощупь уже кончилось, что ли? Что это было? Вот здесь ты свет применяешь. Что за женщина? Не пойму. Тут
разговор мы с вами записываем 30 минут, но еще у нас есть парочку минут. Как раз успеем этот доп-квестик сделать. А что нет-то? Геотермальная долина. Так, ну здесь вебку уже можно вырубить. Ой, давай еще гимсера заберем мне тут. Так. Надеюсь, сейчас волк нас не цапнет за ногу. Это будет забавно, если цапнет. Так. Сразу здесь посмотрим на наличие каких-либо пещер. Но специфических пещер я не наблюдаю. Есть аварийные тайники, по ним сейчас пройдемся дополнительно по пути. За. Но что-нибудь и прихватим вкусненькое. Так. О, ящичек. Советский, крепкий. Ну, деталь винтовки с разъяченным затвором. О, кстати, это хорошо. Винтовка с разъяченным затвором, она получше будет. Слышите? Кто-то гуляет рядом. И это точно не шум белки. Что-то покрупнее будет. Белка и заяц. О! Где? О! А почему, кстати, она не покраснела? Как-то странно. Немного необычно, но ладно. Так. Во, уже две шкурки есть. Так, и там надо забрать еще шкурку. Так. О, пещерка как раз-таки перед нами. А там... А они где, наверху или внизу? Не понять бы только, где он находится. Он скорее... А, так. Да, он наверху. А, кстати, давайте залезем. А чё дед-то? Залезть несложно. О. Да. Принцип диаметральной противоположности. Можно, пожалуйста, один? Спасибо. Что там у нас? И почему-то мне кажется, что вот здесь тоже где-то мишенька будет, да? Ну просто, если так судить, они ставят эти мишени в такие места. А, вот здесь я избивал как раз-таки, а вот тут мишень висела на сухом древке. Да-да-да-да-да-да-да. То есть получается, мы уже одну и так сбили здесь. Просто раньше времени. Да ну-ка, живи, не помирай мне тут. И, скорее всего, где-то вот здесь еще тоже висит. Надо просто приглядеться. Ну-ка, Ларыч, давай-ка. Так, это просто крепежи. А нам нужна мишенька. Ну, там для выполнения испытаний там нужно две мишени. Сегодня, помните, если попадал. Хотя долина большая, может где-то еще запихнуто. Но я думаю, они должны быть близко. Дело в том, что это же, по сути, лагерь обучения для малышни ихней. А соответственно, все должно быть очень близко и очень компактно. Но не может быть так, чтобы оно там где-то было у черта на куличках. Вот.
где этот местный олень? Куда он ушел? Олень! О! Мне нужна твоя голова. О! Чуть было не кончил. Так. Спасибо. Рога с избытком у меня. У меня рогов с избытком вложили. У меня рога с избытком. У меня все с избытком. У меня переполнено все. У меня зайчины полно. У меня всего полно. Что у меня не полно? Скоро сюда нагрянет троица. Так, но нам надо не к троице. Нам надо... вот сюда и вон туда. Ну это получается, мы по сюжету, что ли, пошли? Раньше времени? Нет, спасибо. Раньше времени мне не надо. Пусть, конечно, играет, пусть, конечно... Я имею в виду вот эту вот трубадуры наши. Пусть, конечно, поют, а мы пока пройдемся. Пока пройдемся по... О! Зайчик, беги! Тут что-то лежит сверху. Эй, а ну зацеплись. О. Из чего? Вы двигаетесь семимильными шагами, мои юные друзья. Я почти верю, что когда-нибудь из вас выйдут охотники. Но теперь пора нам отделить зерна от плевел. Сегодня, пока солнце высоко, мы будем выслеживать оленей. Помните, что мы живы благодаря их мясу, коже, рогам и даже костям. Уважайте оленей, ибо они так же близки к Богу, как и мы. Ищите их у лежбищ, там, где примята трава, или там, где они питаются, у ягодных кустов. Бейте наверняка, не заставляйте животное мучиться ни мгновения. Помните, судить буду я, и лучшим станет тот, кто принесет мне самца. Или сам самец придет к ней? Нет, ну ладно, если серьезно, вот это хорошее обучение. Кстати, вот это бы в Hunter Call to the Wild бы добавили бы. Нет, там, конечно, есть аналог, но если сравнивать то, что мы видим, с тем, что есть там на самом деле, ну, это как небо и земля. Вот, еще ягуар есть. Хотел бы посмотреть на эту красотку. Так, ну я думаю, здесь, кстати, точно должна быть мишень. Во-первых, зона закрытая. Зона вся закрытая, отделенная. Много сухостоя, а значит, где-то определенно есть мишень. Надо ее высматривать, надо высматривать мишень. Здесь есть мишень, я вам определенно говорю. Так. Спокойно, Ларыч, ноги не ломаем. О, стоп. А, это подъем наверх просто был. И все же, где-то вот здесь должна быть еще мишень. Вот говорю вам определенно. Должна быть точно. О, зона для посиделок. Какой здесь вид? Можно глянуть? Нет! Я на стул хочу сесть. Патроны в стуле? А это что-то новенькое. Я, конечно, ничего не имею против, но... разве это не опасно? Патроны в стуле. Так, а здесь у нас, кстати, еще рысь обитает. Надо быть поаккуратнее. Белка, кролик, уходите.
Сейчас корзинку. О, тут местное кладбище, оказывается. А тут что у нас? Добрый день. Можно почитать? Все документы прочитал. Ладно, нам в любом случае сюда возвращаться будет. Нужно будет. Заодно и добудем. Так. Это беру. Это беру. Это мое. Это все мое. Где-то есть союзник, но я его пока не наблюдаю. Ага, вижу. Вот, положили. Так, стоп. Там коробка, да? Ну, из коробки, черт с ней. И в голову. Ух ты. Вот это кошечка. Запомните, помните, когда мы с луком ходили на мелкую рысь? Это. Ура. Красота. Это просто великолепно. Так. Травы. А здесь вот еще есть вот эта красота. А наверху, кстати, что-то жрала. Ну-ка. Кошки, кстати, очень такие необычные создания, поскольку по своей сути они стараются свою жертву убрать наверх, чтобы ее никто у них не забрал. Ну, вот такие хищные кошки. Если только не брать в расчет тигров и львов. Они, ну... Хотя, смотри... Нет, они не могут. Здесь слишком много возможностей для лазанья. Здесь должна быть мишень. Вот тут она априори должна быть. Причем, заметьте, пока ты ее сам не увидишь в обычном режиме, она у тебя и не появится нигде больше. Она может, конечно, как-то выделиться, но это маловероятно. Так, кстати. А, мы, я того кролика еще не срезал. Сколько там еще надо? Еще много. Кроликов-то полно. Почему-то я вот прям... Вот знаете, я уверен, что здесь есть мишень. Мне просто нужно... выследить. Ее нужно просто выследить и найти. Но мы нашли кроликов, что меня радует. Мы нашли кроликов. Кролик — это хорошо. Мы нашли византийские монеты, что тоже хорошо. Но мне нужны не кролики, не византия. Мне нужны мишени. И, может, где-то вот здесь они? А почему бы их, кстати, тут не повесить? Река. Бережочек. Все такое открытое, все такое светлое, все такое хорошее, приятное на вкус, на ощущение. Уверен, что здесь где-нибудь до мишени допоставлено. Хотя, опять же, вот просто... Вон та что-то наверху есть. И как мне туда забраться?
Лестницы я тут не наблюдаю, если что. Как вот сюда залезть, я примерно представляю. А! Ну-ка. Давай, аккуратненько. Можно присесть? Тут столько табуреток, а я хочу присесть на них. Это было бы так удобно. Комфортно. Я опять не вижу нигде ни одной мишени. Ну, вообще мишени нет. Куда они их запрятали, я не представляю. Они должны быть в этой зоне. Где-то вот в этой зоне во всей. То есть не дальше и больше. Я рядом еще есть союзник. Где он? В воде, что ли, купается? А, здрасте. А что, не поздоровались? Не поможешь нам с этими штуковинами? Что я могу сделать? Захватчики придумали нам новую напасть. Маленькие вертолеты, управляемые машинами. Беспилотниками зовут. Они не стреляют, но зато все снимают на камеру. То, что враг не знает местности, наше главное преимущество. А так мы его лишимся. Парочку мне удалось свалить, но с твоим оружием у тебя больше шансов. Попробуешь? Ну давай. Сбиваю, не вопрос. Чем больше, тем лучше. А как хоть вы... Приходи ко мне, как закончишь. Вот это мне нравится. Это даже получше мишени будет. О, тут есть что-то. Можешь почитать? Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. И мы исполним наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Ну, они защищаются от тех, кто именно сразу на них напал. Это правильно. Полностью поддерживаю. Надо от агрессора защищаться, неважно, кто вы сами по себе. Чёрт, не пролезь. Так, лучше, наверное... Ладно, шла, когда перезаряжаться. Ну, серьезно. Попробуй отсюда достать. Получится? Нет, далеко. Так, а где последний? Где у нас еще один красавец летает? А, он там летает. В районе Пумы. Ну или рысь. Это, а, нет, по-моему, рысь была. По-моему, рысь была. Белка. Да. Черт, мастер прятаться, молодец. К
Крепкий, должен сказать, последний оказался. Ну, ключи. Ну, беспилотники сбили. Это хорошо. Сейчас дадим. Ну что, Бэм. Разобралась Мы сдали. Машинами. Вот, да. Кажется, последняя сбила. Точно, последняя. Может, отправят еще, но мы хотя бы усложним им жизнь. Благодарю покорно за помощь. Древний лук из рога. Дополнительное вооружение. В каждой категории доступно несколько видов оружия. У каждой из них есть как сильные, так и слабые стороны и уникальная внешность. Некоторые имеют возможность установить уникальные усовершенствования. Оружие можно посмотреть в... и сменить меню оружия в базовом лагере. Серьезно, вы только сейчас об этом заговорили? Гениально. И все же, где... Тут у нас уже 50 минут записано. 50 минут. Давайте там еще тамошний квест сдадим. Заодно я помню, по дороге я видел зайца. Там его сейчас тоже срежем. Пройдемся пешочком. Может, заодно и поохотимся на местную дичь. Хорошую дичь. Непростую там какую-то. Парни, вы на нашей стороне вот эти вот? Я не знаю, вы местные, не местные? О! Позвольте. Еще одного я видел. Привет. Ты на меня так смотришь? Смотрит так. Будто я собираюсь у него что-то взять. Так, где-то вот здесь был заяц. Вот он. Помню, я все помню. Проседать. Близ водопадов начинает проседать, я заметил. Вот еще один. Ну это точно детсад местный. Лара Крофт, детсадовский полицейский. Мне кажется, что вот здесь и должна быть мишень. Ура! Еще один квест выполнил. Но я говорю, где-то вот здесь должна быть вот... Именно должна быть мишень. А где она? А фиг вам. Одну мы увидели, она была вон там на скале. Одну мы увидели, она была вон на тамошней скале. И именно мне кажется, что вот в этой зоне эти мишени должны также висеть. Слишком хорошо, слишком много места для простора и для нацепления мишеней, и чтобы этим не воспользоваться. А зон для тренировок здесь очень много. Конечно, о, вот кажется, что-то и нашлось. Ну-ка. Так. А, нет, там веревка. Мишень. Так, ладно. Ну, стараемся сейчас высматривать. Кстати, а у нас есть что-нибудь на поиске здесь? Тут, кстати, есть пещерка. Не заходили еще. С другой стороны, надо наверх подняться. О! Я что, он открывал в Ариби тайги? Ладно. Походу, пещеры забьемся в следующем серии, да? Ну, что так делать? О! Здрасте. А вы что за место у нас такое? Что есть? А то... Кыш! Почему мне никто не сказал, что здесь грабаный медведь живет? Вылезай! Крафт! Где он? А ну иди сюда, ты медвежья задница! Я, значит, просто зашел посмотреть. Ни здрасте, ни до свидания. Все, он готов.
Ни света, ни привета, Лара! Кто так делает? Не смотрите на меня, я не знал, что здесь медведь. Мы будем в гостях у другого медведя. Это что, рождественский, что ли, медведь? Что еще? Это жрец. Я, конечно, знаю, что они всеядные, но... Молодой человек. Так, кстати. Я не смогу грибы взять. Большой. Мне почему-то кажется, что здесь должно быть что-то еще. Ну, сделать целую пещеру. Просто, чтобы в ней медведь отдыхал. Ну, не бывает такого. А-а-а. Ну-ка. Я, походу, прав оказался. Ну-ка, где он сейчас примет? На под деревней. Кстати, а может быть... Этот документ здесь лежит. Точно! Документ под нами. Он под нами. Он не наверху. А что он внизу делает? Он в пещере. Так, ладно, и у нас отличный пол теперь появился сейчас в этой пещере. Да, выйдет, значит, длинный эпизод. Ну и пусть. Ну и пусть. Зато с вебкой. Ну, я решил поэкспериментировать в этом направлении. Посмотреть, что да как, с чем едят. Лара, вот здесь ты включаешь уже свой источник света. Ого. Красота. Тут, походу, детишки. Ничего не видел. Нет мяса вкуснее, чем мясо вепря. Этот зверь черен, как сама земля, но куда жирнее. Вот только охотиться на эту тварь, мягко говоря, нелегко. Так что пока солнце высоко, мы будем охотиться сообща и попробуем убить вепря вместе. Затаимся в охотничьих укрытиях в долине. Оттуда мы сможем отлично разглядеть зверя в зарослях и остаться незамеченными. Уж поверьте, вы не захотите, чтобы он вас заметил. Хорошо, хоть дождя нет. Охота на сикача и без того занятия не из приятных. Официально говорю, это так оно и есть. Я один раз в своей жизни охотился, и в детстве было. То еще создание. Упрямое, крупное и всепоглощающее, нам ненавистное. Очень дикое, опасное. Его лучше загонять, знаете, в загончике специально выстроенный искусственно, и там его ловить на где такое, знаете, как силки. Загнать его, и он там застрянет, потом просто убивать, застреливать. Это проще и выгоднее. Но это реально, это очень опасная тварь, это очень опасная тварь. Где вот эти две мишени еще? У меня вопрос. Где еще эти две мишени? Может быть, конечно, там наверху. Черт знает. У меня почему-то такое ощущение, оказывается, что они где-то здесь. Ну вот сказывается ощущение, но я не знаю почему. Я их не вижу, но я знаю, что они здесь есть. Медведь, конечно. А, птиц просто не пил, да? Медведь, конечно, задал жару, не спорю. Очень хорошо задал жару. Я даже не ожидал его здесь. Вообще не ожидал. А ты ожидал медведя? Я не ожидал. Мне кажется, никто не ожидал. Мне кажется, никто его здесь не ожидал. Я зайчиков вижу. Я удивлен, кстати, что местные зайцы вообще Лару не боятся. Ну что, ты сходила к башне у озера? Я оставила припасы возле другой башни.
Похоже, с этой вы уже закончили. Так и есть, благодаря тебе. Так мы сможем одержать над захватчиками верх. Пригодится что угодно. А тебе стоит пойти вон в ту башню. Оттуда отличный обзор долины. О, и навык прокачали, красота. Ну, прежде чем пойдем. Вот, наверное, он про эту башню говорит, да? Там, кстати, реально отличный обзор долины. Знать бы еще, где гребаные мишени оставшиеся. Вообще было бы прекрасно. Вот это, кстати, я еще не открыл, по-моему, еще. Лар, я понимаю, маленькая девочка, победный босс и все такое, но... Кто хочет курочку? Курочка ряба идет с нами отрада. Ты свободна. Отлично, бумага. На какой черт оставлять бумагу там? Так, давайте с вами подведем небольшие итоги. Мы, в принципе, изучили вот большую часть. А, это вот здесь все пооткрывал. Удивительно, что я не видел. Ладно, допустим, но все равно неплохо. Тут, кстати, отдельный остров, я смотрю, есть. Туда, наверное, тоже может быть попасть. Тут есть пещеры, тут кабаны, вепри. Но я пока не нашел мишень. Ну ладно, найдем тогда с вами их в следующем эпизоде. Тут все равно у нас полно всего. Вы это не видите? Я сейчас выключу. 42. И 2 очка навыков. 2 очка навыков. Ну, неплохо, давайте смотреть. У нас 2 навыка доступно. Давайте смотреть. Так, выживание. Быстрое изготовление, толку 0. Мастер ловушек? Нет, я не фанат такого. Я против минирования тел. Вообще сам по себе. Это неуважение к смерти. Пульс со смешанным центром тяжести. Можно сделать. Радиус. Зажигательные бомбы. Со смещенным центром тяжести сделаем. Это пусть будет. Бесшумное приземление. Полезно. Адреналин. Неотразимый удар сбоку. Выполнить атаку с уклонением можно мгновенно бить врага в ране во время... Убить его таким образом. Вот это давайте. Потому что, во-первых... Бородевики пошли, а Лара так хрес! Не крышка от гольфа, конечно. Но все же она сможет применить. Так что, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. У нас еще в рюкзаке можно что-то сделать. Наверное, как раз таки. У меня в рюкзаке 2. Так, походничий колчан делаем. Что не хватает? Угу. Всего-то. Но это ни о чем. Это добыть легко можно будет. Но мы сдали, главное сделать походничий колчан. Это хорошо. В оружии что-то можно. Но это прокачка обычного лука. А вот в пистолетах тоже что-то есть. Нарезной ствол. Повышает плавность и точность выстрела, увеличение наносимого урона. Увеличенная обойма. Так, но это у автоматических. А у автоматических что? Дульный тормоз. Перенаправляет пороховые газы для уменьшения отдачи от подъема дула при выстреле. Применяется ко всем винтовкам, кроме винтовок с скользящим затвором. У меня винтовка с скользящим затвором. Но это, чтобы, конечно, полезно будет. Но вот это и это... Нет, вот это применяет вот эти материалы. Нарезной ствол. Точность выстрела увеличена на 7 урон. Я прокачаю тень.
Потому что я хожу, во-первых, с винтовкой со скользящим затвором, это раз. Она получше. Но она просто реально лучше. Полуавтомат. Но я им не пользуюсь обычно. Удобная рукоять. Полуавтоматическим. А у меня... Нет, тоже полуавтоматический, а почему здесь нет его? Не знаю. Смазанное око для обоймы. Увеличенная обойма. Усовершенствованный держатель. Затвор с отверстием. Но есть что, конечно, попрокачивать, но мы не будем тратиться на все, потому что, во-первых, я пользуюсь блочным луком, обычный лук мне с хули не сдался, это раз. Ну, реально. Зачем он мне, когда у меня есть хороший блочный лук, который, во-первых, не вредит пальцам, это раз, это, кстати, очень важно. А во-вторых, может дальше и сильнее, с большей отдачей отправить стрелу. Ну, логично, логично. А, пистолет... У нас отличный пистолет, но стреляет неплохо. Мы его прокачали дополнительно. Кстати, о прокачках. Можно посмотреть, из чего изготавливаются пули? Из обычных пуль изготавливается, да? Вот это мне не нравится. Если кто помнит не новую Tomb Raider, а классическую Lara Croft, там, по-моему, была возможность смены патронов. Так вот, в чем разница? Вы не видите, я сейчас выключу вебку. Видите, у нас 40 кумулятивных патронов и 27 стандартных. Так вот, показываю. На геймсерии есть две кнопки, баннер и триггер. На баннере находятся кумулятивные, на триггере есть обычные. И мне это чертовски не нравится, это очень неудобно. Вот если бы, с другой стороны, да, можно было менять пули, это не спорю. Вот сделать бы способ переключения пули, вот это было бы удобно. К примеру, вот, нажал бы дважды. Вот дважды нажал бы ты, и тогда ты сменил бы тип патронов. Это было бы намного удобнее. Но я не знаю, почему они так не сделали. Я реально не понимаю. Это вот очень неудобно, когда две есть кнопки для разных типов выстрелов. Это очень неудобно. Привет. Ну а так, в принципе... Приветствую. Ну а так, мы с вами, в принципе, неплохо справились сегодня. Что ж, ребят... Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Поддержите лайком, комментарием. Буду всем очень приятен. Ну а если вы вдруг пропустили предыдущее наше прохождение, обязательно переходите по ссылке в описании и смотрим. Наслаждаемся и веселимся. Там очень много веселого. На с вами был Вески. Всех с наступившим 20-м годом. До скорой встречи. Всем пока. Увидимся.